У пациента Османа Сулейманова COVID-19. Впрочем, больных с другими диагнозами здесь сейчас нет. 68-летнего мужчину с высокой температурой госпитализировали вчера ночью в Бахчисарайскую центральную районную больницу. Болезнь сопровождается дефицитом кислорода. Весь ночь дышал, но сейчас уже немножко добавился кислород в крови. Сейчас как чувствуете себя? Ну, сейчас нормально чувствую. И температура упала. Ну, где-то 37. Ну, правда, давление было, но оно сейчас упало. Давление сейчас нормально, чувствую нормально вообще. Сейчас не знаю, как дальше будет. А вот Татьяну Китушкину по скорой привезли из Симферополя. За несколько дней до госпитализации в поликлинике по месту жительства ей поставили диагноз пневмония. 3 дня девушка лечилась дома, но состояние только ухудшалось. Вообще очень рада, что попала именно в эту больницу, потому что уход постоянно. Кто-то подходит, проверяет, меряет сатурацию, температуру, интересуется, то есть наблюдает. Ты один не остаешься здесь, как бы сам со своей болезнью. 4 февраля Бахчисарайская районная больница перепрофилировала терапевтический корпус под ковидный госпиталь. Здесь развернуто 60 коек, из них 40 детских и 20 взрослых. Изначально пациенты поступают в приемное отделение. Здесь их уже медицинские сотрудники встречают в СИЗах. На работу дежурные врачи приходят заранее. Ведь прежде чем попасть в отделение, нужно многое успеть. В первую очередь, конечно, пройти санпропуск и облачиться в противовирусную броню. Ковидное отделение – своего рода больница в больнице. Отдельный вход – приемный покой. Сейчас в ковидном госпитале лечение получают 4 детей и 9 взрослых. Поступили они в течение этих выходных дней с явлением интоксикационного синдрома, с явлением высокой лихорадки, гипертермии. Тяжести состояния больше обусловлено за счет явления интоксикации, но выраженных дыхательной недостаточности ни у кого не выявлено. В красной зоне работает 15 врачей и более 30 медсестер. Новый вариант коронавируса омикрон более заразен предыдущих штаммов. На летальности, слава богу, не было, пока нету. Тяжесть идет в средней степени, все-таки преобладает. Тяжелых небольшое количество, уменьшение идет тяжелых, если в сравнении с дельта-штаммом. Омикрон все-таки протекает полегче. Выраженный температурный идет интоксикационный синдром. Ну и симптоматическая пневмония тоже в меньшей степени, но они присутствуют, они являются показанием госпитализации. В случае необходимости число коек для больных коронавирусом в Бахчисарайской больнице может быть увеличено до 300. Севелия Мейметова и Алим Сейдалиев, телеканал «Милет», Бахчисарай.